Перед началом видео хочу напомнить, что следить за развитием этой и многих других историй в реальном времени вы могли в моем телеграм-канале. Там всегда есть актуальные интересные новости из области отечественного криминала. Подписывайтесь по ссылке в описании и будьте в курсе событий. Нас уже несколько тысяч. Апреля 2021 года один из многочисленных автомобилистов, двигавшихся по трассе в сторону Екатеринбурга, остановился у обочины под Арамилем. По малой нужде мужчина отошел на несколько метров от дороги вглубь лесополосы и там, совершенно неожиданно, обнаружил лежащую на земле девушку, одетую в спортивный костюм. К своему ужасу мужчина быстро понял, что девушка эта была мертва, причем не первый день. И тут же вызвал полицию на место жуткой находки. Личность погибшей удалось установить не сразу, а лишь через несколько недель. Все дело в том, что схожих по приметам людей в розыске попросту не значилось. Заявок на ее поиски не поступало ни в полицию, ни в один из поисковых отрядов. Ясность в этом вопросе появилась лишь 30 апреля, когда в полицию с заявлением об исчезновении своей супруги явился 33-летний Дмитрий Журавлев. Тогда-то и было установлено, что погибшая никто иная, как 28-летняя Кристина Журавлева. Девушка занималась тем, что вела инстаграм-блог, насчитывающий более 50 тысяч подписчиков и посвященный стилю и красоте. В нем Кристина публиковала фотографии себя, своего дома, а также делилась различными событиями из своей жизни. На многих фото и видео вместе с ней присутствовал также ее муж Дмитрий, который, несмотря на яркий образ счастливой и любящей семьи, по какой-то причине почти месяц не волновался по поводу внезапного исчезновения любимой. Последний пост на своей страничке девушка сделала аж 4 апреля, и за все это время никто из ее близких не забил тревогу. Точное время и причину смерти Кристины Журавлевой экспертам установить так и не удалось, потому что тело к моменту обнаружения сильно разложилось, настолько, что опознать девушку вышло лишь по одежде. Ими однозначно не было обнаружено повреждений, характерных, к примеру, для последствий ДТП. На теле отсутствовали явные следы насилия. Следов употребления каких-либо запрещенных веществ тоже не было найдено. Но при этом, если бы смерть девушки наступила, скажем, в результате удушения, то обнаружить это к тому времени было бы уже нереально. Несмотря на то, что официально причина смерти Кристины Журавлевой осталась не установлена, следствием все же было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Начались мероприятия по выяснению причин произошедшего. Похороны Кристины Журавлевой состоялись 5 мая. Тогда же новость о произошедшем стала достоянием широкой общественности. Итак, как выяснилось, у погибшей, несмотря на некоторую популярность в интернете, в реальной жизни практически не оказалось друзей. Когда она бесследно исчезла в начале апреля, совсем никто ее не хватился. Ни родные, ни близкие. Но почему это стало возможно? Начнем с того, что Кристина Журавлева жила вместе с мужем Дмитрием и двумя собаками в небольшом доме в коттеджном поселке Первомайский парк, лишь изредка выезжая оттуда в Екатеринбург. Молодые люди были женаты с 2015 года, то есть целых 6 лет на момент описываемых событий. По словам местных жителей, Дмитрий и Кристина ни с кем особо не общались, вели себя тихо и все время проводили только вдвоем. Поэтому что происходило между парой на самом деле, за дверьми их дома, никто из окружающих не имел ни малейшего понятия. К слову, их дом, который они построили за 3 года до этого, на кадрах, сделанных девушкой изнутри, выглядит как уютное гнездышко счастливой, обеспеченной семьи. Но это всего лишь картинка, приукрашенная фильтрами. Сказка, которую Кристина Журавлева пыталась преподнести своим подписчикам, имела мало общего с реальностью. На самом деле дом семейства представлял собой маленькое помещение, внешне больше похожее на какой-то сарай.
На этих кадрах он производит впечатление неаккуратного и захламленного. Участок под ним и вокруг него завален мусором. Все дело в том, что у Кристины и Дмитрия, как оказалось, были серьезные финансовые проблемы. Девушка зарабатывала на своем аккаунте, параллельно за деньги ведя чужие страницы, и пыталась продавать индивидуальные консультации. Но, судя по всему, каких-то больших денег это не приносило, и в 2019 году Кристина Журавлева была признана банкротом из-за многочисленных долгов в 19 банках, общей суммой почти в 650 тысяч рублей. Дмитрий же какое-то время был таксистом, но вынужденно ушел из сервиса после того, как попал в аварию, уснув за рулем. С тех пор мужчина вовсе нигде не работал и постоянно ходил по соседям, прося у них взаймы. Он занимал практически у всего поселка по 1-2 тысячи рублей, якобы на бензин, чтобы доехать до работы, но никогда их не отдавал. Денег у пары не было даже на то, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги, не говоря уже об обязательных взносах. Чтобы улучшить свое материальное положение, какое-то время они даже пытались сдавать свое жилье для съемок по 1500 рублей за час. Но быстро свернули эту затею, поскольку гости, судя по всему, вели себя не совсем подобающим образом, и затраченные нервы того не стоили. Двоюродная сестра Кристины Журавлевой рассказывала журналистам, что та была закрытым от семьи человеком, и из близких людей у нее была только мама, живущая в селе в 140 километрах от Екатеринбурга, и к которой она ездила едва ли не каждые выходные вместе с Дмитрием. К слову, с тех пор, как они познакомились, муж девушки также стал отдаляться от своей семьи, не общаясь ни с кем из них долгие годы. По словам соседей, в последнее время мама Кристины много болела. У нее отказала рука, и она практически перестала выходить на улицу. Когда Кристина исчезла, женщина несколько раз звонила дочери, но на звонки все время отвечал Дмитрий. Он говорил, что они поругались и что Кристина ушла от него, попросив ее не искать. Убеждал не обращаться в полицию. Как ни странно, женщина действительно не стала обращаться в органы. И естественно, что когда спустя почти месяц Дмитрий сам явился в полицию с заявлением о розыске, на это не могли не обратить внимания. И мужчину довольно быстро взяли под стражу. Двоюродная сестра Дмитрия и Екатерина была категорически уверена, что тот не мог совершить убийство, потому что с ее слов, кроме Кристины, он ни с кем не общался. Она была его семьей, его идолом, он ее очень сильно любил. Девушка отзывалась о нем как о спокойном, адекватном, не вспыльчивом, хотя и замкнутом человеке, совершенно не способным на подобный поступок. Однако сотрудниками было внимательно осмотрено место их совместного проживания, проведены необходимые экспертизы, опрошены свидетели и проверен круг общения потерпевшей незадолго до убийства. Сотрудники уголовного розыска проверили показания Дмитрия на полиграфе. И в итоге, осознав, что избежать наказания не удастся, тот раскаялся в содеянном и дал признательные показания, 7 мая написав явку с повинной. Как выяснилось, вне красивого инстаграмного образа любящей семейной пары Кристина и Дмитрий часто ссорились, в том числе по поводу их материального положения. Мужчина объяснил, что на преступление его подтолкнули именно скандалы, которые супруга устраивала все чаще и чаще. Все это копилось как снежный ком, и в конечном итоге он этого не выдержал и во время очередного конфликта вспылил и задушил ее. После этого на протяжении целых 4 суток Дмитрий не решался избавиться от тела, находясь с ним в одном помещении, пока не появились первые признаки разложения. Именно тогда, в ночь на 9 апреля, воспользовавшись услугами каршеринга, он взял в аренду автомобиль и на нем отвез тело в район 170-го километра трассы М5 Урал, где и оставил его в 10 метрах от дороги, и где оно потом было обнаружено случайным автомобилистом. Сейчас Дмитрий Журавлев помещен под стражу в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы. Приговор ему еще только предстоит вынести, и каким будет окончательное решение суда, пока неизвестно. Зато
Известно, что все эти красивые миры, которые мы видим на чужих страничках в Инстаграм, очень часто имеют мало общего с суровой реальностью, в которой не всегда все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. На сегодня у меня все. Берегите себя, своих близких и постарайтесь сделать так, чтобы в случае чего их всегда было кому искать.